Так, новости. Ну, новости у нас традиционно хорошие, все чудесно и прекрасно, всем все платится. Как мне писали участники, самое главное, что хочется от вас слышать в видеообращении, это что всем все платится. Ну, сами видите это все по письмам счастья, между собой общаетесь, так что тут, сами все знаете. Поэтому, собственно, новостей, как обычно, особых нет. Просто вот констатирую факт, что все у нас идет ровно, спокойно и хорошо. Так бы и дальше. Но, повторяю миллионный раз, что это не значит, что надо теперь снижать темпы, перестать работать. Надо также активно и дальше пропагандировать идеи системы, нести их в массы. Не забывать, что главное все-таки у нас это не деньги, а идеология. Помните об этом все время, что вы несете людям добро, раскрываете им глаза на существующее несправедливое в мире положение вещей. Это и есть главное. Ради этого МММ создавалось, а вовсе не для того, чтобы там какие-то супердоходы кто-то получил. Об этом следует всегда помнить. Ладно, ну а так еще раз повторяю, все у нас просто замечательно. Уверен, что и дальше будет еще лучше. Тогда до следующего раза. А еще я считаю, что финансовый апокалипсис неизбежен. Мы можем многое.